Ребята, я хотел бы вам сказать то, что новая серия Pixelmon выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Когда это будет завтра, сегодня или через пару минут, или даже может через 2 недели, зависит только от вас. Если хотите видеть новую серию Pixelmon как можно скорее, просто поставьте лайк. На предыдущей серии мы набрали нормальное количество лайков, поэтому эта серия вышла, получается так. Но следующая выйдет только тогда, когда вот это наберет 500 лайков. Надеюсь на ваше понимание, на вашу поддержку и... всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Добро пожаловать в нашу новую серию нашего 5-го сезона. И что мы будем сейчас делать? Давайте, во-первых, положим вот эти все шмоточки. Точнее, ну, хотел я положить это все в печку, но придется нам вылечить наших покемонов. Так, вот, ставим мы на пережарку вот это и на пережарку нашу рыбку. Замечательно. Пока это все делается, в принципе, это очень даже быстро сделать, потому что у нас прям реактивные нафиг печки. Мы выложим наши вещички. Как раз 9 алмазов. Знаете, почему круто? Потому что я вижу там босса, но он в воде тоже не очень. А потому что, ребята, 9 алмазов это алмазный блок. Алмазный блок нужен для того, чтобы... Да, ребята, чтобы сделать машину для Мьюту, я хотел чистить свой инвентарь, но давайте... Давайте пока не будем очищать, а пойдем и дадим 10 вещей за Плиси, точнее мы за них заплатим. И также в этой серии мы опять попытаемся словить Дитто и, наверное, уже начнем разводить покемонов. И докачаем Магмара и Тентакруэля, которых мы перекачали в предыдущей серии. И также убьем 20 Блисси, если у нас опять хватит времени. Мы очень занятые нафиг. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Как раз 10 вещей. А, Магмар, ну ладно, то есть смотрите. Пока что мы тут не будем ничего делать. ТП. Пойдем мы на наш остров, ребята. А почему сюда? Потому что у нас тут есть зона, где спавнится куча всяких покемонов. И, в принципе, на них можно даже отлично прокачаться. Но сейчас как-то они все спят, наверное. Не вижу я тут большое количество всяких покемонов. А также, смотрите, ребята, мы прокачаем Магмара к 45 уровню и выдадим себе Магмуртара, потому что, как вы знаете, мы никак не можем себе сделать обмен через трейд машины, ну, как бы сами понимаете, да, почему. Поэтому мы себе выдаем покемонов, и, в принципе, это нормально. И также прокачаем Тентакруэля, опа. О, а его у нас нету. Также прокачаем Тентакруэля и также выложим 2 покемонов. В предыдущей серии, ребята, мы... Так, иди-ка ты сюда, свадло, так, ну, Даскбол на тебя уже не подействует, но можно попробовать. В предыдущей серии мы уже закончили 4-й бокс. Это уже у нас, ребята, начался 5-й бокс. И это круто. Даже свадло на Даскболом ставили, ни хрена себе. Ну что, ребята, остался 1 уровень нашему Магмару. Быстренько прокачаем, если у нас, конечно, это получится. Не будем мы тут долго задерживаться, а на Блисси я не хочу, потому что, в принципе, Блисси не хочется тратить. Если у нас все отлично пройдет в этой серии, вот так, все, 45 уровень, то мы выложим 3 покемонов в наш 5-й бокс, и уже в 5-м боксе у нас будут 3 прокачанных покемона. А кого мы выложим? Мы выложим Магмуртара, мы выложим Тентакруэля, и также мы выложим Хитмонли, потому что у него как бы нету эволюции, и мы его выложим, наверное, на 40-м или на 45-м уровне, да? А если вы, ребята, внимательные, и вы уже смогли заметить то, что у нас крутой наш перец, точнее... Глайскар, наш капитан, так, это у нас там кто? Наш капитан, он, ребята, уже 88 уровень. То есть через 12 уровней мы уже берем нового капитана. И кто он у нас будет? Или Генгар, или Драгонай. Поэтому, ребята, потом посмотрим. Ну что, Тентакруэль уже 44 уровень. Сейчас мы его быстренько докачаем и идем домой. Также в этой серии мы, ребята, сделаем один заказ. Там вроде у нас сэндвич идет. Я, кстати, вне серии. Все-таки я немного пошастал, где вот эти все ресурсы добывать. И я нашел пенат. Не шпинат, а пенат какой-то. Вот 45 уровень. Вот он. Пенат. Также
Мы себе сделаем сиды, ну, один хватит, допустим, и посадим, и также все, мы уже сможем делать сэндвичи, а там, я не знаю, вроде сэндвичи, кофе или чай, что-то заказано, ну, фиг его знает. А, ребята, как думаете, может нам тут и Хитмонли прокачать, нашего каратиста? Как думаете? Мне кажется, будет круто, потому что нам меньше нужно будет близ использовать. А вот эти 20 близи, которые у нас есть в этой серии, то есть мы экономим так серии на серию. И вот в этой серии мы уже сможем убить 20 близи, мы сможем прокачать кого-то другого. Например, кто у нас там дальше идет? Как я помню, там у нас Soul Rock идет, Cryogonal идет, еще вроде кто-то. Ну, не знаю, ребят, мне кажется, это долго будет. Ну, хотя... То есть, если мы будем прокачивать нашего каратиста к 40 уровню, то это, в принципе, даже очень быстро. А если мы будем прокачивать к 45, то да, это долго. Но хотя бы мы тут его прокачаем к 40 уровню, а потом остальные 5 уровней мы его прокачаем на близи. Мне кажется, тоже будет отлично. Давайте еще вот этих кинлер... Ага, 47 кинлер. Опа. А у нас есть краби. А прикиньте, у нас нету краби. Это охренеть просто. Если нету, то... Ну, сейчас ловим. Не такой уж и редкий покемон, можно сказать. Ну, Корфиш. Да, он у нас есть. Мы его уже давно прокачали. Краби. Да. Краби у нас нету, поэтому пуп-пуп-пуп, давайте его словим. А у нас там уже на пределе 80%. То есть уже практически 80%, ребята. Ну, заполненного покедекса. Также нам нужно покедекс сделать. Чтобы смотреть, кого у нас нету. Это там у нас там кто? Диглет. Охренеть. Как мне нравится, когда даже посередине океана боссы, которые спавнятся, они находятся под землей. Это прям кайф. Вы себе не представляете. Охренеть. Даже умудряются посередине океана спавнятся под землей. Ребята, знаете что? Дитто. Давайте пойдем на Дитто. В предыдущей серии... Он заспамился, но вы видели, как мы его офигенно словили. Конченый чат тот в какой-то степени. Не, но... Шинкс, то есть кого нужно убить, он ни хрена там не наносит. А кого не нужно, он прям хреначит каким-то левым ударом, который я вообще думал не наносит никакого урона. Наносит... Точнее, убил... С первого раза... О, твою мать, я думал, он нас убил. Убил с одного удара. Это не... Да ты что издеваешься, твою мать, ну... Ладно, один раз, ладно, второй раз, но... Успокойся, Шинкс. Замечательно. Три вещички. Дитто, Дитто, мы тебя ждем. А, у нас еще и Псайдак есть. То есть, ребята, мы, наверное, даже и Псайдака положим в этой серии. Но с Псайдаку осталось 9 уровней. Не так уж и много, в принципе. С 20 близ и 9 уровней прокачать Псайдаку, это... Нормально. Дитто, я правильно написал вообще? Ну, вроде правильно. Ух. Сейчас, ребята, ой. Мы попытаемся хотя бы найти вот этого Дитто нафиг. Засранца. В предыдущей серии он вообще не хотел ловиться. То есть, сколько мы на него квикболов, левелболов потратили. Он как-то, ну, прям... Опа, ты стой. Опять я пролетел нахрен. Ну, вот... Вот минус этого реактивного ранца, то, что он быстро летает, и когда ты там замечаешь шайни или босса, ты иногда просто не успеваешь затормозить, потому что даже когда тормозишь, он как-то... Ну, нужно, как у машины, например, нужно немного времени, чтобы остановиться, вот, например. Он еще чуть-чуть так пролетает. О, наконец-то заспавился. Стоять. Главное еще не умереть. Главное еще не умереть. Вот так. Фу, Дитто, Дитто. Так, пожалуйста, словись. Не будь заразой, как... Ну, сейчас ты уже 20 уровень, не 30, как в предыдущей серии. То есть, есть возможность, что ты быстрее залезешь в левелбол, но я вижу, что не очень быстрее. Нестбол, паркбол, мастербол. А может быть, Дитто такая же хрень, как, например, там... Белдум? Ребята, может это действительно так? То есть спауны у него есть, я вижу. Ничего такого нет, то что он как-то редко спавнится. В предыдущей серии мы захотели его словить, немного полетали и словили. Точнее, не словить, а найти. Так же, как в этой серии, мы немного полетали, мы его нашли.
Может быть, Дитто один из тех покемонов, потому что Дитто это как бы, ну... неопределенный что ли покемон. Это, как видите, у него даже пола нету. Поэтому его испаривают с однополыми покемонами. То есть он и не мальчик, и не девочка. Оно, короче, да, что-то неизведаем. О, там еще один Дитто. То есть, видите, не так уж и тяжело его найти. Ты что, издеваешься, да твою мать, да включи нам квикболы, а не вот эту мунбол. Что там нахрен? Охренеть, у нас тут куча всего, что прям, что можно выкинуть? Это можно выкинуть. Это поставить туда, я надеюсь, уже покажет нам квикболы. Охренеть, они издеваются нахрен, что ли? Вот, квикболы, но что-то мне кажется, ребята, что мы не словим Дитто. Ребята, а может действительно Дитто вот такая паскуда, которая ловится только с мастерболом? Что ты? Что это за... Ребят, я не знаю, что сказать, я у него не кидал мастербол, я не знаю, как это вообще произошло. Если я сейчас ловлю вот этого, я не хочу просирать мастербол, я не кидал мастербол. Я вот так просто нажимал что-то вот сюда и случайно кинулся мастербол. Я не знаю, как это вообще происходит, вот эта хрень случайными китками, я не такой дурак, чтобы в Дитто кидать мастербол. Да, я рассуждал то, что, а вдруг он ловится так же, как и Белдум, например, да, то есть через мастербол, потому что это может такой быть покемон, как и... Как на примере Белдум, да, который ловится только через мастербол, то есть полулегенда в какой-то степени, да, потому что Белдума словить, ну, не просто, мягко говоря. О, я, ребята, даже если бы он ловился через мастербол, я бы не кидал в него мастербол, я бы оставил мастербол на него, даже если бы он так ловился, только... Твою мать, да вы что, издеваетесь нахрен? Сначала ты его ударил первой атакой на 20% жизни. Второй точно такой же атакой ты его ударил уже на все жизни и убил его. Ребята, я не знаю, что делать с этим конченым Дитто и с мастерболом, который я просрал по неизведанной причине, хотя я его не кидал. Я не представляю, как я туда нажал и как я его вообще кинул. Я, то есть, знаете, какая тактика была, как я всегда делаю, ну, как все, например, все делают, когда не могут словить какого-то покемона. Тыкаешь на бол, если он не словится, сразу нажимаешь на рюкзак, тыкаешь еще один бол, ждешь, не словился на рюкзак, еще один бол. И я так уже даже не смотрел то, что я тыкаю, а просто вот так тыкал, но я видел, какой я бол выбирал. А в этом окошке, когда я сейчас кинул у него мастербол, я даже не видел. То есть, вот то окошко выбора болов даже не появилось. То есть, я нажимал рюкзак, выбирать покемона. И то окошко, где ты выбираешь... Не покемон, а покебол. И то окошко, где ты выбираешь, какой покебол, как бы, ну... Словить покемона, у меня даже оно не появилось. Я даже, ребята, не выбирал вот это. Охренеть просто. Ребят, я, наверное, себе верну мастербол, потому что это просто баг. Это не я его просрал, это не я случайно выбрал этот бол. Это я его даже не выбирал, а он просто-напросто сам как-то взял, выбрался и сам кинул в Дитто. Ребят, я не знаю, честно, что это за хрень вообще была. Да в любом случае, даже если бы этот Дитто ловился только через мастербол, я бы в него не кидал мастербол, потому что я бы его сохранил, а Дитто бы словил уже потом, когда бы мы уже половили всех легенд. Я бы в него ни в каком случае бы не кидал мастербол. Ребята, хрен его знает, честно. Я не знаю, что с этим багом делать, это какой-то баг века нахрен. У меня уже такое случалось пару раз, но... Не с мастерболом, поэтому я тогда и не бесился. Вот сейчас с мастерболом это жопа нахрен. Уф. Ребят, я даже не знаю, честно. Я даже не знаю.
Потому что я не могу это так оставить и просто-напросто отдать мастербол на Дитто. Мне проще взять и просто удалить Дитто и вот этот мастербол. Да твою мать, да вы уже заколебали в земле этой спавниться. Мне проще удалить Дитто и вернуть себе вот этот мастербол, потому что я не хочу Дитто кидать мастербол. Ребята, я не знаю, честно. Что делаем, ребята? Говорите, что делаем, друзья? Ух, наверное, я предоставлю выбор вам, потому что могут быть такие люди, которые будут говорить, мол, Эдисон, это не твоя вина, это через баки, и верни себе бол, да? Ты что, издеваешься нахрен? Так мы копали именно под вот этой реженролой и даже никого не нашли? Охренеть. А может быть такое, что если я его сейчас себе верну в мастербол, то многие люди говорят, ух, ни хрена себе, там Эдисон читер, фу, дизлайк, ты там читеришь, да, неправильно все делаешь, отписка и все, буду ставить тебе дизлайки, потому что ты зачитерил себе мастербол. Ух, ребята, я не знаю, я бы даже если бы имел желание его ловить мастербол, я бы его не словил. Давайте, короче, я предоставляю этот выбор вам, ребята. Я не знаю, что делать в такой ситуации, честно. Я просто не знаю. Так, ладно, ребята, если вы хотите, чтобы я вернул себе мастербол, пишите в комментарии, что, мол, Эдисон, да, верни себе мастербол, потому что действительно, ребята, ну просто, ну не моя вина, я не кидал в него вот этот бол, я не знаю, почему это все кинулось и почему вообще вот этот баг произошел в какой-то степени. Если вы против, чтобы я возвращал себе мастербол, то тогда, ребята, пишите, что вы против, я тоже вас пойму. Хотя я говорю, это в какой-то степени даже не моя вина, потому что я просто-напросто не кидал. Хрен его знает, ребята, честно. Что бы там выкинуть? У нас тут куча всякого хлама, ненужного нафиг. Так, это у нас там кто? Опять бум. Так, ладно. 791, 2018. 790... Так, 791. Вот так. Ну, тут еще похлеще. Тут вообще ультимейт босс. Два боссика в этой серии уже нормально. Один какой там легендарный, да? Один вот этот ультимейт. Тоже нормально. Ну что, тогда знаете что? Не будем мы откладывать, как мы откладываем по сериям. Опа. То есть сейчас, ребята. А, ну я вспомнил, почему я в предыдущей серии включил Peaceful, потому что вот сейчас я опять услышал этих пауков и понял, что это я за них отключил. У нас... Да твою мать, вот видите? Охренеть, у нас еще нету ни факелов, ни хрена у нас. Нужно будет сделать, ребята. Так, Булдор. Да нет, не Роженролла, а Булдор. Если сейчас Булдор пропадет, нахрен. Вот так. Если он нас еще убьет, это вообще охренеть будет. То есть, ребята, не знаю. Наверное, мы себе вернем мастербол, но я говорю, я это решение предоставляю, чтобы вы его сделали, потому что... Ух, это вообще хрень какая-то полная. Фаерстоны будут выпадать по 100 штук. Все будет выпадать, но не то, что нам нужно. Ни экспешер, ни мастербол. Вот сейчас бы еще один выпал. Ребята, я не знаю. Я так радовался, когда мы нашли паркбол, который нам выпал там, да, в предыдущей там, или какой там серии. Потому что круто, мы бы смогли словить и Мью, ту, и еще бы, если бы кто-то заспавнился, да. Но такая хрень, ребята, прям, что вы сами видите. Так, ладно, это у нас там кто? А, да ты что, издеваешься нахрен? 764-2022. Ребята, они троллят нас нахрен в этой серии. Булдоры, Роженроллы и... Кто там еще? Хренили, вот это тролли. Я говорю, это, ребята, пятый сезон, запомните, что... Пятый сезон это прям какое-то сборище троллей. Это или это разработчики нас троллят вот этой версии, мол, они сделали вот эту версию какой-то нахрен Unreal баганой. Или просто какой-то тролльской, я так заметил. Или просто, ребята, это я не знаю. Или просто нам в этом сезоне не так везет ни на вещи, ни на легенд, ни на покемонов, которых мы убиваем. Тех, например, покемонов, которые нам нужны, мы их случайно убиваем. Не на вещи, как я вот еще раз вам говорю. О, у нас желтика нету, охренеть.
Ну, в какой-то степени хорошо, что мы сюда спустились. Может, мы его в Duskball сможем словить. Фух, ни на вещи, ни на экспешере, ни на боллы. Вообще, ребят, охренеть какой-то сезон нафиг. Ладно. Ты нас выручишь, если ты сейчас заспавнишь нам легенду. Сезон. Ты нас очень выручишь. Я бы забил, если бы сейчас легенда заспавнилась, ребята, я бы забыл просто-напросто и на этот мастербол бы просто словил вот эту легенду и был бы счастлив, то что у нас новая легенда. Но не так-то просто это было, да. Этот сезон нам быстрее, я не знаю, что нам... 300 шайни нам даст, да, чем... Экспешер, а я уже не говорю про легенду. Потому что это жопа. Это охренеть. Поэтому, ребята, в какой-то степени я с вами согласен, то, что нужно заканчивать этот сезон как можно быстрее, потому что вы сами видите, вы просто сами видите наглядным примером, что этот сезон просто нас троллит. И не троллит постепенно или просто, как всегда, нормально. А, как видите, набирает обороты нахрен. То Райко у нас троллит, то Суйкун нас троллит. И сейчас боссы нас в какой-то степени троллят под землей. То шмотки не выпадают, то еще что-то, то... Лукия! Где? Где? Не может быть нахрен. Не может нахрен быть. Где? Покажи мне пальцем на эту паскуду. Я его сейчас не буду ловить, я его убью, да? Да, конечно, ребят, я шучу, но просто... Я хочу посмотреть в лицо вот этой скотине, которая нас столько троллила, столько не спамилась. Иди сюда, паскуда. Закурился бы, если бы курил, да? Дайте, ребят, я посижу. Да, я думаю, вы тоже сейчас сидите, отдыхаете. Дайте, я хотя бы успокоюсь. Ну, хотя бы. Хотя бы какое-то утешение. Хотя бы утешение за просравший нами мастербол. И как вы видите, ребята, утешение действительно пришло, потому что я сказал, если сейчас останется легенда, мне даже будет срать на этот мастербол. И, наверное, так и сейчас, ребята, и произошло. Я когда увидел эту надпись, я чуть не охренел, потому что я опять думал. Я прочитал только то, что заспавнилась легенда. Но я такой думаю... Ух, если я еще прочитаю конец, и там будет опять писать, что легенда заспавнилась на пляже, я просто сейчас ляжу на постели, буду там лежать и просто унывать, потому что этот Суйкун меня уже достал. Но потом, когда я заметил Deep Ocean, ну хотя бы кто-то, Лугия, Кёгр, вот сейчас это не важно. Залезая в дайвбол. Ну, я, конечно, он не залезет, но все же. Сейчас это не так важно, потому что... Ну, хоть кто-то заспамился. Лугия. Кьогр. Сейчас это действительно не так уж и важно. Ладно, не будем выкобыливаться, залезая в паркбол, не будем прикалываться. Фух. Ну, хоть на одну легенду меньше. Охренеть, ребята, все, с меня хватит с этой серии, я возвращаюсь домой, нам еще убивать кучу Блисси. Фух. Дайте я прям, ну я не верю, что хотя бы хоть кто-то уже заспавнился. Ну хоть кто-то, охренеть, ребята. Ну вот это уже хотя бы радует, хотя бы. Спасибо тебе, Кьюогр, что хоть ты заспанился. Ладно, так, что мы делаем, ребята? Давайте сделаем то, что мы хотели. Сначала Клиффери выложим. Ну, пока что. Вот, например, сюда. Возьмем Кьюогра, но сначала, смотрите, ребята. Мы удаляем Магмара. Точнее, берем себе Магмортара. И, ну, в принципе, да.
Окей. Магмор левел. Какой он там был? 45-й, да? Давайте посмотрим. Да твою мать. Это так. Вообще, ребята. Это так. Магмуртар. Замечательно. Дальше. Кого мы выкладываем сначала? Тентакруэль. И Хитмонли. Замечательно. И Кьогр. Да. Не думал, что Кьогр, который спавнился по 100 раз, ну, вы помните, в предыдущих версиях, сейчас нас так будет троллить, но хотя бы заспавнился. Сейчас, ребята. Запомните этот момент. Запомните. Я даже сейчас вспомню, какая-то минута, какая-то серия. Если в следующих сериях мы будем гулять по Дип-Океану, и у нас будут спавниться дальше Кьогры, запомните, что это баг нахрен. Если у тебя спавнится, если у тебя легенда не спавнилась там хрен его знает сколько времени, но потом все же она взяла и заспавилась как бы, то потом знаете, что эта легенда будет вас дальше троллить и будет нахрен по 100 раз спавниться. У нас же так было с Суйкуном, у нас было так и Райкоу, ребята. Сколько мы искали Райкоу, потом он заспавился, и потом пух, куча Райкоу. Сколько мы искали Суйку, хотя Суйкуна мы не искали, но он, в принципе, долго не спавнился, потом на пляже заспавился. Мы его словили и попёрло нахрен. Ну, в смысле, попёрло нахрен столько... Нет, ребята, я не хотел сказать нах... Ну, вы поняли просто. Слюну проглатывал как раз на том моменте, когда сказал нах... Хрен, да. И, в принципе, потом вот это попёрло нахрен, вот эти спауны суйкунов бесконечные в какой-то степени. Ну, хотя бы. Ладно, всё, успокоимся. Выкладываем, ребята. Пятый бокс у нас пошел. Пятый бокс — это Магмуртар у нас выкладывается вместо Сулрока. Тентакруэль у нас выкладывается вместо Крайогонала. И Хитмонли у нас выкладывается вместо Дрифлуна. И, в принципе, Кьогра пока что тоже можно выложить вместо Пиджи. Голдака еще нет, там еще осталось 3 уровня. И, ребята, мы, наверное, сейчас его выложим. Наверное, может и Сулрока выложим, если мы его еще нахрен не перекачаем, да? И у нас уже крутой перец 11 уровень, ребята. То есть, готовьтесь, скоро мы уже его выложим. Через... Ой. Мне кажется, через несколько серий мы уже даже, ребята, Глайскора нашего выложим. Поэтому нам уже нужно Тротини брать на прокачку. Потому что, если мы выкладываем нашего капитана, нужно, чтобы следующий капитан уже хотя бы чуть-чуть был прокачан. Потому что как мы будем его дальше прокачивать? Вот так. Ну, эволюция. Фух. Серия 5 длинная. Я извиняюсь, в этой серии мы 5 не будем готовить, но увидите то, что сколько? Одна Блисси. Нам еще 19 Блисси нужно убить в этой серии. У нас, в принципе, даже времени нету на готовку. Но в следующей серии мы, наверное, ребята, с этого и будем начинать то, что мы приготовим хотя бы 1 или 2 или 3 заказа, да? Увидите, что сезон вот с этой серии уже как бы набрал небольшие обороты, потому что сама суть того, что все-таки, наконец-то, у нас. Я боюсь, мы его перекачаем, ребята. Давайте на этой. 19 Блисси, 18 Блисси, 17 Блисси, 16 Блисси. Вот, голдак прокачанный. Дальше. 16 Блисси, 15 Блисси, 14 Блисси. Вот, 2 покемона уже прокачанных. Так, а то, что в этой серии уже хотя бы какие-то небольшие обороты набрал этот сезон, потому что уже Кьогр мы прокачиваем, мы прям какие-то последние серии у нас прям эффективные на прокачку. То есть смотрите, ребята, в предыдущей серии мы сколько выложили? 2-3 покемонов. В этой серии мы уже выложили 2-3 покемонов. И сейчас мы уже можем еще выложить 2 покемонов. И к концу серии мы можем еще, например, там Пиджиоту прокачать или еще там и Крайогонала. То есть вдруг еще 14 Блисси осталось. Вдруг и прокачаем, ребята. Ну, давайте сначала. 14. 13. Ну, куча уровней. 13. 12. Так. 12. Ну... 11. Опа, эволюция.
11 Блисси. Ну, если нам повезет, в том смысле, что мы не перекачаем или хотя бы докачаем прям на тот уровень, который нам нужен, то мы выложим еще 3 покемонов, и у нас уже 5-й бокс будет охренеть как заполнен. Ребята, в следующей серии мы уже... В следующей серии мы начнем спаривать покемонов, потому что мы уже сможем спарить и Клефери с Дито, и также мы уже... Охрень, а сейчас если заспавнится еще одна легенда, у нас вообще нету ни мастербола, ни паркбола, что мы будем делать нахрен? Я не знаю, ребят, сколько у нас там, 11 Блисси? 14, 13, 12, 11, давайте напишем. Что мы будем делать, ребята? Я не знаю, если честно. Но, в принципе, я вам оставляю вот этот выбор, если вы хотите, чтобы я вернул себе вот этот мастербол, который заспавнится через баг, потому что, ну, сильно, ребята, через баг. Я не хотел кидать мастербол, я вам не буду врать, потому что я... То есть, вот, мол, я действительно такой подлец, что врет своим подписчикам, что не хотел кидать мастербол, но кинул, и сейчас подписчики должны ему поверить и разрешить ему вернуть себе мастербол, потому что я действительно жаден, а жалею там один мастербол. Нет, ребята, я не буду вам врать, потому что я действительно не хотел просто кидать, и квикбол, лучше бы мастербол нам еще один дали, да. Я действительно, ребята, не хотел просто-напросто кидать, и оно, ну, само вылезло, само вылезло. Поэтому, ребята, я извиняюсь, но если вы разрешите, то все-таки я, наверное, верну себе вот этот бол, потому что Кьюгра-то мы словили, да, ладно. Но сейчас, если опять мы будем там прокачивать на нашем острове, например, покемонов, и прикол, если уже даже заспавнится та же Лугия. Лугия-то может и заспавниться, но булов у нас не будет, чтобы ее словить нафиг. Поэтому, ребята, тоже, ну, я говорю, я оставляю этот выбор вам, если вы захотите, чтобы я вернул, если вы мне разрешите, я верну. Если вы посчитаете, что это какое-то там читерство, ну, так уж и быть, не верну. Фу, ну ладно, ребята, давайте еще быстренько докачаем вот 10 Блисси у нас тут осталось, чтобы уже не париться по этому поводу, чтобы уже заканчивать серию. О, я уже думал, перекачали. Сколько там? 11 у нас было. 11-10 Блисси. Вылечим. Все, мы можем выкладывать еще 3 покемонов в этой серии. Как-то реально очень быстро. Ну что, Глайскор, твое время уже потихоньку подходит, как я понимаю. 90 уровень уже. 9 Блисси. Давайте вот так. 9 Блисси. 8 Блисси. Ну, спамимся. О. 8. 7 Блисси. Ну, уровни тут, ну, 7. 6. Вряд ли мы его докачаем, если честно. 6. О. А главное не перекачать, пожалуйста. 6. 5. Не перекачай. Ху. 5. И сейчас какой-то маленький уровень. Вот так. 5. 4. 3. Замечательно. 3. Охренеть. 2. Давай, 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 давай. 2. 1. О, еще одна эволюция. Ну сейчас, ребята, еще одну Блисси. Мы пойдем выкладывать наших этих всех покемонов. И норм. Да. Это что там за привидение нахрен сзади стоит? Ты меня... А, это босс! Оу! Оу! Последний... Ух, ни хрена себе! Я прикинь, сейчас еще экспешер выпадет. С последней Блисси. Вряд ли, ладно. Мечтать про экспешер это уже сказочки, мне так кажется. 100-й уровень, охренеть. Главное, не перекачайся. Фастбол нормально. Ух, охренеть, ребята! Так, сейчас, у нас тут вещей охренеть сколько, я прям уже не знаю, что нам выкидывать нахрен. Во, а, замечательно, это все нужно будет расчищивать, ребята, расчищать. Все, Блисси у нас уже кончились, но зато мы можем еще сейчас быстренько прокачать. Один уровень остался Дрифт Блиму, а ты охренеть, он был 30-м уровне, мы убили Блисси, он стал, вы сами видите, каким. Сейчас, может, у нас еще получится прокачать один уровень. А у нас нету... У нас точно... Я сейчас смотрю, у нас Джиглипафа нету. То есть, первая эволюция и... Какой там? Иглибаф, да? То есть, Иглибаф, потом Джиглипаф, потом...
Виглибаф, да? У нас еще вот этого нету, точно, ребята. Напомните мне в комментариях то, что нам еще нужно будет словить Иглибафа. А прикиньте, если он не спарится, и опять нужно будет спаривать Джиглипафа Джиглипафом. Ну хрен его знает. Смотрите, ребята, нашу команду. Мы сейчас выкладываем 5 покемонов. Охренеть просто. Фу, так, ну что, пятый бокс. Солурок пока. Капуста, привет. Голдак пока. Нидоран Мейл. Пиджот. Двибл. Крайгонал. А Крайгонал в революции нету, как я знаю, больше. Ну хрен его знает. Мантин, привет. Мантайн. И Дрифблим. И наш боксерчик, кто был карате, сейчас боксерчик Хитмончан. И смотрите, ребята, нашем, уже в пятом боксе у нас даже уже покемоны нормально так прокачаны. Фу. Ну все, ребята, на этом мы будем заканчивать. По поводу мастербола вопрос остается за вами. Будем ли мы его себе возвращать или нет, решаете вы сейчас. И все, ребята, вступайте в нашу банду крутых перцев. Все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться, поставить лайки, оставить комментарий. Я буду очень этому рад. И также, ребята... Всем спасибо за просмотр, не забываем писать свои заказы в комментариях, да, у нас был небольшой перерывчик, там, пару серий, ну, я объяснял, почему предыдущие серии, потому что иногда тоже нужно отвлечься даже от того же ресторана, также я, наверное, планирую, ну, или хрен его знает, ребят, может, я потом опрос сделаю, вот этот, кулинарный сезон дополнительный, как мы уже ранее, как ранее уже обсуждалось. И, в принципе, ладно, об этом потом, на этом уже давайте заканчивать, я уже, наверное, вас тоже утомил, длинная серия, но нужно было все успеть, и 20 Блисси убить, и легенду словить, и побеситься по поводу мастербола, баганого с Дито. Ну все, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.